хочет есть оливье. Надо погоду вести. Говорят, если на Рождество будет мороз, то холодно будет и на крещение. А если выпадет снег, то год будет благоприятный. Вот и проверим, сбываются ли народные приметы. Сегодня снег с дождем. Температура воздуха днем составит минус 1 градус и ночью опустится до минус 8. Воскресенье без осадков, солнечно. Днем минус 8 и ночью минус 11. А вы верите в примету? Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Пишите ответы в комментарии. Хочешь быть в курсе всех актуальных новостей Ростова? Подписывайся на наш телеграм-канал. Всем хорошего дня, с Рождеством и спасибо, что вы с нами.